В Ленинском городском округе сейчас проживает 54 бывших узника фашистских концлагерей. 10 лет назад их было более 240 человек. Все меньше остается тех, кто в детстве смог пройти через нечеловеческие условия. Дети, которые оказались в фашистских концлагерях, испытали невыносимые условия. Ведь из 10 деток, находящихся в концлагерях, только один остался в живых. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – это еще один повод вспомнить о том, сколько горя принесла Вторая мировая война и как важно хранить мирное небо над головой. Дата была установлена в память о восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое прошло 11 апреля 1945 года. И хотя дату отмечают по всему миру, в России к ней особое отношение. Каждый год люди возлагают венки и цветы к мемориальным памятникам и в Видном традиционно проводят торжественный митинг. Памятник малолетним узникам фашистских концлагерей в прошлом году был перемещен ближе к вечному огню. «Непокоренные» – так написано на нем и на медалях тех, кто смог пройти через настоящий ад и остаться в живых. Вы выстояли, вы сохранили веру в добро, вы прошли и являетесь примером настоящего урока мужества для всей нашей молодежи. В этот день по всему миру люди отдают дань памяти и уважения тем, кто пережил фашистские концентрационные лагеря, и замирают в минуте молчания, вспоминая тех, кто не дожил до освобождения. В митинге в качестве почетного караула принимают участие и юные мальчишки и девчонки. На подобных встречах школьники учатся тому, что важно оставаться человеком даже в самых ужасных условиях и сохранять силу духа. Эти традиции мы должны продолжать в лице вновь созданных молодежных движений. Это юнармия, кадетское движение, ну и многие другие, которые направлены на развитие патриотизма. Совсем недалеко от памятника детская площадка. Юным непоседам не до торжественных мероприятий, а все, кто собрался сегодня на Аллее Славы, уверены, эти дети никогда не узнают ужасов войны. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.